Дню народного единства в Бобруйске подготовлена масштабная программа. 14 сентября в библиотеках города проходит марафон знаний. На 15-е запланирован региональный форум «Становление молодой семьи на основе преемственности традиций». Плюс на базе БЦБ состоится открытый диалог, а в молодежном парке – флешмоб «Память в сердце». Завершится праздник в субботу велопробегом в Еловиках и патриотическим концертом. В Бобруйске завершена подготовка к отопительному сезону. Специалисты жилкомхоза выполнили все необходимые работы. Отремонтировали крыши, заделали стыки стеновых панелей, провели гидравлические испытания батареи и остеклили подъезды. В строю 19 котельных. Бобруйчанка перешла по ссылке и лишилась больше 1000 рублей. Женщина хотела купить дорогостоящий товар в интернете. Доверилась мнимому продавцу, указала номер телефона и карты с CVV-кодом. После ее счет обнулили. МВД призывает к бдительности. Социальные учреждения Бобруйска готовы к приему пенсионеров на осенне-зимний период. По вопросу определения необходимо обратиться в ТЦСОН по месту регистрации. Услуга осуществляется как на платной, так и на бесплатной основе. Проживание может быть постоянным, временным до года или краткосрочным на месяц. В Бобруйске откроется новый скейт-парк. Площадка появится между школами номер 10 и 31. Там можно будет выполнять различные прыжки, развороты и баланс-трюки на велосипедах, самокатах, роликах. Обустройством занималась городская пионерская организация ИБРСМ.